Омскую крепость будут реконструировать. Зимой сдать комплекс планируют к новогодним праздникам. Сейчас еще ни одно из шести строений не готово полностью. Заканчиваются работы только в кухне-столовой. Там уже подключено отопление и проведена внутренняя отделка. Весной территорию благоустроят. В департаменте строительства обещают, что в Омской крепости появятся скамейки и деревья, чтобы защитить горожан от солнца. Напомню, что реконструкция исторического комплекса обошлась городскому бюджету более чем в 500 миллионов рублей. Сумма контракта, по заверению главы департамента, строительства не увеличится, даже несмотря на изменения в проекте. Здание старое, начинаешь работать, здесь не получается сделать, здесь не получается. Все из-за ветхости здания. Поэтому здесь же проектные решения новые принимаем, согласовываем с Минкультом, согласовываем с архитектурно-строительным надзором и выполняем работу.